утро не смогла, даже вчера не было силы тереть эту помаду. Поэтому я сегодня с ней, и ничего с ней не случилось. В общем, супер помада. Если хотите красный цвет, который не сожрется, никуда не денется, не выпьется, не съестся. В общем, вот это вот от Maybelline вообще супер. Вот сегодня буду сейчас ее оттирать. Но сначала хочу позавтракать. В общем, у меня вчера был какой-то упадок сил вечером. Болела голова, не знаю почему. Что там поменялось в погоде или не знаю где, или в мире, но я решила плюнуть на все и лечь спать. Сейчас я уже заправила постели. Вот прям ритуал. Я сделала вакуум, попила воды. И вот это вот время, пока, по идее, нужно, чтобы, ну, между завтраком, я заправляю постели. Сейчас буду варить себе кашу. Не знаю, что получится, потому что каша написана, которую овсянка, в которую нужно добавить творог. Будем сейчас это делать. Я, кстати, открыла вот эту вот пачку, которая типа с Ахзам. Гляньте, сколько здесь пакетиков. Прям очень-очень много. Поэтому прям круто. Вот себе уже два достала для того, чтобы приготовить кашу. Вот овсянка с творогом. Так, вот я уже отвесила 40 грамм геркулеса. Наконец-то купила геркулес, который нужно варить прям 15 минут. Вот он. Говорят, что он очень полезен. Вот, поэтому сейчас это все. А здесь уже 100 мл молока и 100 мл воды. Сейчас закипит, я всыплю сюда геркулес и вот эти два пакетика с Ахзама. Пока каша варится, я приготовлю себе обед. Вот, перекус у меня будут груши, яблоки. Обед нужно отварить куриное филе. Отварить. И половину съесть на обед, половину на ужин, и на обед еще гречку. Вот сейчас вот займусь куриным филе и гречку. Вот он мой завтрак, каша, творожок. Привет, Коленька, привет. Ты кушаешь? Как дела у тебя? Ты сейчас поедешь куда, до бабы? Нет, скажи баба-баба. Скажи баба. Скажи. Поедешь до бабушки? Как ты поедешь, покажи. Так быстренько. А мы Бестякина смотрим, уже с папой вдвоем вяжем, щавель у нас сегодня и кинза. Вот. Запах, конечно, от кинзы обалденный. И щавелек. Антохи перекус между уроками, он уже сделал математику. Сейчас перекусывает и идет делать... Ничего. Смотреть телек. Да, конечно. А еще мы сегодня будем с Гришей разбираться. Да? А еще он без спроса на телефон говорит. В школу. Да? И еще один вопрос. А он колонку выбрал? Не знаю. Так, я пошла вязать. Ты, пожалуйста, делай на черновик, принесешь, покажешь. Хорошо? А что там делать? Я же не знаю, что там делать. Ты же ходила. Мама, вот завтра идешь проверочка. Ведут? Мы ведем. Куда прийти? На урок. Урока. Я тебе верю, а ты что, плохо себя вел? Ну, а что мне на других смотреть? Я же у тебя спрошу, как ты себя вел? Нет, мам, там можно. Да? Два урока посидел. Мы пойдем в столовую, а ты домой. Да? Угу. Хорошо, я спрошу. Я уже делаю тесто. Оно уже подогрелось, уже все растопилось. Сливочное масло, там яйца, мука. Вот. И сейчас буду добавлять разрыхлитель. Вот это тесто. Заготовка. Осталось добавить разрыхлитель и муку. Вот такой вот разрыхлитель. Раньше у нас не было пятерочки, и в магните он не продавался. Поэтому мы даже в Титеровку ездили специально за разрыхлителем, именно вот этот доктор Эткер, потому что он прям очень хорошо и прям отличается, могу сказать, тесто от вот этого, с вот этим разрыхлителем или с другим. Поэтому 3 порции теста здесь, 3 пакетика разрыхлителя. Слышите, вообще ничего не успеваю снимать. Еду, а тут корова стоит. Вот как ее объехать, а? Она отойдет? Коров, ты отойдешь? Просто они же такие животные страшные. Я боюсь.
вот стоит и смотрит на меня. Сижуня вообще говорит, что очень опасно. Коровы надо держаться от них подальше. Ну вот не могу никак проехать. Все, проехала, и там за... и с той стороны тоже ехал человек. Все, мы сейчас разминулись, Антоху отвезла на танцы. Все, Женя начала косить траву, потому что у нас сейчас такая погода, когда все растет, и трава, все, и зелень. Уже все косят, вот здесь вот сосед на углу тоже покосил, вон Сержунечка косит впереди. В общем, все, весна, весна, все хотят работать. Сержуня вон там даже в маске, потому что она действительно все летит. Сержуня косит, а я сейчас... А, привет! Гляньте, как тут тюльпанчики мои поживают. Так, посмотрите, как вот эти выросли. А тут какие у меня... Эти нарциссы на одной ножке. Много цветов. И вот, да. И вон там, да. И вот тоже такой нарциссик. Ау, Афонька! Пошли, покажешь. Да? Ясно. Так вы убираете игрушки, крутится каруселька ваша. А, вот тут вот уже папа покосил, уже тут так красиво, да? Сделаем? Да. Ну, давай делать. Как будем делать? Надо папе сказать. А, ну так что ты мне это говоришь? Папе говори. Это он меня ведет. Ты дула? Афоня! Ты сам себя сейчас. Мама. Так, все, я пошла тесто делать, а вы, пожалуйста. Ой, Хриша. Больное. Хоть и фальшиво, но это бабло. Да? Больное. Дурное, ну да, так и называют. Тут теперь уже у нас полянка красивая. Так, вот тесто. Сейчас покажу вам рецепт. Это тесто для хлебопечки, для куличей. Вот, хочу сделать куличи для примера, чтобы фотографировать их с пряниками. Тесто для куличей. Вот сам рецепт. Если вдруг что, вы его себе скриньте. Сейчас делаю здесь 3 яйца, не 3 желтка. Но когда, если делать на куличи печь, то я бы сделала 3 желтка, потому что белки у меня бы ушли на саму помазку. Поэтому вот так вот. Посмотрите мой ужин. Сегодня у меня была на обед отварная куриная грудка и гречка. А ужин 100 грамм помидор, 100 грамм огурцов. Но я еще немного петрушки добавила. И куриная грудка вот вареная, половинка той порции, которую я варила, там 300 грамм я варила, половину съела с гречкой на обед, половину вот на ужин добавила прям в салат. Сейчас буду ужинать, потому что у меня сегодня танцы, а после танцев я оставила себе второй перекус, это яйцо вареное и 2 хлебца. Кёрнер этот. Я что еще хотела сказать по поводу теста. Я здесь, соответственно, ставлю режим теста. И оно должно быть вот в таком вот комочке. Я еще добавила муки. Там написано 400 грамм, но вы же сами понимаете, что мука бывает разная. Разная влажность. В общем, и здесь у меня, соответственно, больше жидкости, потому что здесь не только желтки, но и белки. Поэтому вот я обычно делаю, если тесто, чтобы оно вот так собиралось в комочек. Естественно, много перепылять муки не нужно, но я... Наверное, 6-7 ложек столовых добавила. А. Ура, телек не показывает, а я не знаю. И не показывает? А черный экран, звук есть? Мама, у нас 4 дракона. Показывает. Угу. У нас 4 дракона. Мама, мы решили купить. Ага. А нам надо... А ты сколько потратила? Такие. 2, ну одну и вторую. Мама, и там сколько осталось? Ну ладно. Я не знаю. Смотрите, я достала
куличи из духовки, уже 25 минут они были, шапочки подрумянились, это для фотосессии. Вот здесь вот, мне кажется, я тесто прям угадала достаточно, да, здесь немного маловато, потому что тесто очень хорошо подошло, здесь прям оно было только на дне в этой форме, его вообще чуть осталось, я его сделала таким большим, я уберу эту бумагу. Вот это вот. Хотя она тоже очень красивая. Если бы теста хватило, то есть, ну, было бы все отлично. Здесь, по-моему, немножко переборщила. Да, вот он немножко так на бок завалился. Ну, тоже красивый. Вот, завтра будем украшать. Они сегодня остывают. У меня сейчас я их на решеточку поставлю, наверное. И все отлично. Завтра будем украшать и фотографировать.